постирал кроссовки. Вот, собственно, эту зиму относил в гортексовых асиксах. Это у нас асикс GT1000, шестая версия, по-моему. Да, вот видишь, шестерка. Причем, кстати, в новых уже, по-моему, восьмерки сейчас пошли. Это еще, они перестали вот эти вот ярлычки вешать. Вот 6, 7. В семерках еще, по-моему, были, в восьмерках нет. Вкратце выбирал на зиму хорошие гортексовские кроссовки, чтобы было комфортно обуви, чтобы нога не мерзла и не мокла. Офигенные штуки. На самом деле всю зиму проходил по Москве до минус 20-25, наверное, было. Очень классно, то есть входишь в помещение, нога не потеет, под дождем ни разу не промок, Гортекс мембрана справляется на ура. Что тут хотел показать? В данном случае кроссовки это одна и та же пара, но одну я вот эту постирал, эту еще не стирал. Хотел вот показать сравнение, да, и рассказать вообще про стирку. Если можете заметить, да, то есть это по факту кроссовки ношены с примерно ноября 2018 по сейчас у нас получается апрель, да, 14 апреля, да, точно 14 там это самое, на незалежной там это самое, на стадионе этот Порошенко там что-то выступает, вот как раз знаменательная дата, можно сказать, тихо сам с собой, ладно. Так вот, короче, разница, да, кроссовки ни разу с момента покупки вот эти вот не стирались. Сегодня постирал отдельно правую пару. 30 минут. Как стирать кроссовки? Если у вас полностью синтетические, либо со вставками какими-то кожаными, только 30 градусов. Выше нельзя, потому что выше температура будет только, скажем так, ухудшать состояние натуральных материалов, таких как кожа, замша. Они будут усыхать, съеживаться. 30 градусов. Обычная синтетическая стирка. Режим. Я еще насыпаю прямо внутрь любой обуви где-то 3, ну, 3-5 столовых ложек соды. Сода обеззараживает всякую гадость, то есть на самом деле хуже не станет. Хочу обратить внимание, что, ну, тут, наверное, незаметно. Да, все-таки осталось, да, промятость. Но тем не менее. А, еще стирать обязательно нужно. Я попробую вставить видео. С какими-нибудь тряпками. Желательно там майки, футболки, какие-нибудь там, не знаю, любая ткань, которая не линяет. Обязательно. Для чего это нужно? В стиральном барабане, если вы просто кинете кроссовки и стирать, они, конечно, постираются, но они обтрутся и повредятся. Чтобы этого не происходило, кроссовки нужно стирать с какой-либо ткани, которая не линяет. Ни ворс там не дает и прочее, прочее. Там ни в коем случае никакой там войлок, там типа там прочие, типа микрофибры, ну или там футболки, там, знаете, там поло или еще чем-то такое вот ненужное. Закидали туда 2-3 штуки вместе с кроссовками. В общем, очень остался доволен. Ну вот, если видите, да, то есть кроссовки, вот, которые еще не постираны, ужасно выглядят на самом деле, но свою задачу от и до отработали. То есть нога в них максимально дышит, не преет в помещениях и не пропускает влагу. То есть постоянно, где они только не были, в какой только грязи и воде. Даже руки сейчас немножко грязные. Вот. И всего лишь одна стирка. Вот, хотел бы показать результат. Вот. Зеркальное отражение, да? Раз. Подошва. Ну, кстати, с задника. Я думал, в стирке вот этот тут отражатель постирался. А нет, на самом деле, вот я думал, вот достал, опа, типа думал, ободрался, а он вот на старых то же самое. Причем, хотел очень интересно обратить внимание, такой хопа достаю, Asics, знаете, там популярен своим гелем, весь гель потрескался. Я думал, блин, ну все, в стиралке, херня. Нет, на самом деле, вот, как модель, которая не в стиралке не была, вот сейчас при вас плюнем, растерем, да? Ну что, что будешь делать? Тапать нужно. То же самое, видите? Вся потресканная вот эта вот гель-вставка. Не знаю, почему она потрескалась, ну от ходьбы, видимо. Но я был очень удивлен, что гель потрескался. Или, скорее всего, это лак геля потрескался. Вот видно, да, заметно. Но тем не менее,
При стирке любых синтетических, обращаю внимание, синтетических, желательно вынимать шнурки, иначе они будут передавливать, сдавливать. Вот. Ну и также стельки тоже стирайте их даже отдельно, хотя бы раз, не знаю, кто раз в неделю, кто раз в месяц. Стельки стирать можно, чем плохо. Вот эта вся стелька постирана. Ну, в целом, более-менее. Вот эта стелька не постирана. Есть небольшие такие включения. Ну, вблизи, конечно, вживую видно лучше. Вот. И таким образом, сейчас пойду вторую пару стирать. Вот тут были все вот эти въевшиеся грязь, соль за зиму, которая все стиралось великолепно. Также вот у меня на канале есть обзор Asics Kayana, по-моему, 23-й. Херовейшая модель, на самом деле, разорвалась буквально третий месяц использования. Вот эти вот GT1000, это среднички, шестая версия, отличная. Например, есть синяя версия, седьмая версия, она такая в мужском варианте в синем цвете, там сетка. Вот реально сетка какая-то пластиковая сверху, которую я посчитал, ну, откровенно говоря, неприемлемой. Она, во-первых, очень сильно цеплялась. Здесь тоже как бы такой материал достаточно сомнительный, но тем не менее, он как бы такой, как знаете, ну, верхний материал как будто дырявый, реально дырявый, а под ним вот эта мембрана Гортекс. И этот дырявый материал, в принципе, если за что-то зацепиться, там, острые колючки, он может в теории порваться без особых сильно проблем. Ну, для городских условий отходил нормально, но материал стрёмный. Вот, например, есть гель Санома у них, по-моему. Там материал плотный-плотный, прям такой вот, ну, знаете, как кордура какая-то там военная такая или что-то такое, прям вот вообще боевой. И здесь же я брал за счет супинации GT1000, вот у них трастик, да, или кто там у них. Ну, более-менее для плоскостопия, ну, вполне себе неплохо. Сейчас они в новых моделях вообще там в 8-й версии поменяли, интересно тоже стало, ну, ценник, конечно, дороговастый. Но, тем не менее, я вот эти брал где-то около 5000, всю зиму отходил доволен, как слон. То есть, универсальная обувь для зимы, для лета, для весны. Вот сейчас я говорю, что апрель уже, да. Хотя, вон, за окном там, короче, сейчас не видно, но снег пошел. 14 апреля, Москва. Зашибись. Скоро лето. Вот, таким образом, стирайте свою обувь. Насчет полностью кожаных ботинок, обуви, там, я вам не рекомендую стирать. Это уже на свой страх и риск. Смотрите, может быть, в других источниках. Но синтетическую обувь, сам Бог велел, 30 градусов. Желательно жидкое моющее средство, любое там, любое жидкое. Жидкое лучше. Ну, можно и порошком обычным, сильно много не надо. Я стираю гелями всякими, там вот этими обычными, из Ашана, там, без разницы, там, какой-то за 90 рублей или за 100 рублей, не знаю, там, литр. Внутрь я соды кладу для дезинфекции, как сказал, 3-5 столовых ложек. Так что, пожалуйста, рекомендую всем, результат налицо, то есть, чем ходить, чем вот этими всякими, знаете, там, рекламируют. При этом обувь абсолютно ничего не треснула, ничего не отклеилось. При 30 градусах это бережный режим, но при этом кидайте тряпки. 2-3 старых майки, которых не жалко, они, ну, они постираются, конечно, но тем не менее, обязательно с майками, потому что майки, когда стираются, они их обволакивают, они их вытирают. Либо если просто в барабан кинете, то есть обувь будет об барабан тереться и будет портиться, вот, стираться и прочее. Так что мой диагноз, GT1000 именно шестой версии, отличная модель как на демисезон, так и на зиму. Вот, даже сейчас вот в апреле плюс 16, в принципе, выдерживали великолепно. Нога не потеет, Гортекс отводит влагу. Супер вообще, класс. Вот так вот.